Бывший посол Армении в Ватикане зять Сержа Сиксяна Микаэль Минасян в своем Facebook опубликовал очередное видео из цикла «Реквием», где рассказывает о том, как грабили армию во время войны и о предстоящем судебном процессе. Обращаясь к заявлению Никола Пашиняна «Я отдаю себе отчет в том, что должен предстать перед судом народа», Минасян отмечает, что Пашинян даже не представляет, что означает «народный суд», потому что совершенно не осознает, что он сделал. Он организовал и сделал все, но он не осознает, что он сделал. Из-за этого он не понимает, что будет с его родственниками, другими его полулюдьми и их родственниками. Будет народный суд, в буквальном смысле слова «самосуд», и Никола Пашиняна и полулюдей убьют под стенами. Как правило, такими бывает суд обманутого, убитого и лишенного родины народа, указал Минасян. Я верю в суд истории, и этот суд будет также справедливым, потому что народ годами, столетиями не должен забывать и должен передавать из поколения в поколение то, что делали Никол, Анна и остальные полулюди. И я, конечно, верю в страшный суд, и он будет ужасен, потому что Никол, Анна и полулюди будут гореть в аду за убийство людей, обман, лишение их семей и даже могил, подчеркнул экс-посол. Минасян отметил, что Никол Пашинян, его жена и стоящие рядом с ними полулюди предали целый народ, убили тысячи, а после этого жаловались, что люди вошли в их дома, украли у них духи. Вы даже не представляете, что вас ждет, потому что вы не представляете всей трагедии того, что вы сделали, потому что вы обычная мразь, и единственное, что может вас спасти, это быстрый всеармянский суд, чтобы люди не разорвали вас на куски, говорит Минасян.